Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Самара, Сызрань, Похвистнево, Большая Глушица. Волонтеры серебряного возраста, это кому за 50, приехали на форум в областную столицу, чтобы узнать, как попасть добровольцами на чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России. В первую очередь нужно зарегистрироваться на сайте организаторов турнира, пройти виртуальное тестирование и живое собеседование. Приветствуется участие в добровольческом движении и знание иностранных языков. Я не знаю английского языка, но у меня такое огромное желание присутствовать на чемпионате мира по футболу, что я думаю, я постараюсь попасть и быть волонтером. Это моя цель, и я думаю, что я обязательно попаду, и я этого добьюсь. Найдут свое место среди добровольцев на чемпионате мира по футболу и люди с ограниченными возможностями здоровья. Главное – успеть вовремя подать заявку. Если кто не сможет сам, ему помогут волонтеры в добровольческом центре на Лукачева, 44. Федеральная программа стартует в начале лета, городская – осенью. Люди с ограниченными возможностями здоровья, люди пожилого возраста, мне кажется, в основном они очень много хотят. Это очень интересные люди, очень инициативные многие, но многим просто нужно научиться быть инициативными, проявлять себя, не бояться. Выбирать свое место в волонтерском движении будет сам кандидат, но исходя из рекомендаций специалиста на последнем этапе отбора. В городскую программу требуется порядка 1800 человек, в федеральную – 1200. У волонтеров серебряного возраста есть все шансы попасть в эту команду. Так, на Сочинской зимней олимпиаде проводить турнир помогали 100 добровольцев-пенсионеров. У них, конечно, есть вот это большое чувство патриотизма. Они хотят проявить наш регион, нашу страну на достойном уровне. Волонтеры серебряного возраста в рамках чемпионата будут актуальны именно этим. Своей вот этой добротой, своей отзывчивостью, своим ответственным подходом, старой такой закалкой. Первую практику волонтеры смогут пройти уже в этом году на праздновании Дня России и Дне флага в соревнованиях разного уровня. А контрольный зачет добровольцы сдадут на футбольном турнире Кубок Конфедераций в 2017 году. Матчи 8 сборных команд России, страны-организаторы предстоящего Кубка мира, действующего чемпиона мира Германии и финалистов 6 конфедераций состоятся в Сочи, Казани, Москве и Петербурге. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.